Чтобы стать лучшим экспортером края, нужно заключить как можно больше контрактов с зарубежными партнерами. За победу в конкурсе от фонда поддержки предпринимателей боролись 16 предприятий – агропромышленные, производственные и сельскохозяйственные. Некоторые из них успешно дебютировали на рынке экспорта в 2019 году. Мы стали отправлять в этом году на экспорт в Азербайджан, в Турцию. Это 2019 год. Значит, Узбекистан, Белоруссия. Оформляем документы, чтобы выйти на рынок в Китай. Нам это тоже очень интересно. В Алтайском крае рынок экспорта развивается семимильными шагами. Предприятия региона за последний год экспортировали продукцию на сумму в 218 миллионов долларов. Многим из них помогал центр «Мой бизнес». Это и сертификация продукции на внешние рынки. Это, конечно, и стандартно, это переводы и подготовка документации. Но одно из основных направлений – это организация участия наших предпринимателей в выставочных мероприятиях по всему миру. Это организация бизнес-миссий. В планах у предпринимателей покорение новых вершин. В самое ближайшее время продукцию края планируют выводить на рынок городов Японии и Сингапура. Это значит, что в 2020-м количество успешных экспортеров региона может вырасти. Полина Жданова, Андрей Печоркин, День с толком.